Много букв. Всем привет, ребята, всем доброго времени суток. А мы продолжаем проходить Зайчика или Тайни Бани. Сегодня такой темный вечер после работы. Максимально атмосферно, и я думаю, что как раз супер было бы поиграть именно в Зайчика. Давай все осматривать. И родители запрещают мне звонить по межгороду, а так хочется иногда услышать старых друзей. Бывает, я просто снимаю трубку, слушаю тихое уханье зумера и далекий треск. Вот мне бы почитать, что такое зумер. Вот я бы почитал, что такое зумер. И далекий треск. Кажется, будто ветер воет в обледеневших проводах. Ага. Это распятие видело стольких людей, входящих в дом и уходящих из него навсегда. Черное, словно впитавшее в себя все людские пороки за долгие годы под этой крышей. После смерти бабушки мама собиралась снять его и повесить над дверью подкову. На счастье. Но поранилась об острый угол креста и чуть не свалилась со стула. Папа назвал это знамением и наказал оставить распятие на его законном месте. Понятно, верим, значится, в эти все, да, движухи? Понял. Мамина юла, семейная реликвия. Маленькая мама играла с ней, а потом подарила мне. После меня волчка по наследству крутила Оля. Сматривалась в танцующее веретено, словно хотела увидеть там что-то. Сказочный сюжет или, может, наше будущее. Теперь и сестренка слишком взрослая для старой писклявой юлы. Вот это странно, это вот просто... ладно, я понимаю еще описание вот этих вот предметов, но вот в Юле как будто прям высасывание контента из Юлы просто. Камон, там просто вертится, ну, иногда спиралька, иногда что-то еще. Сейчас бы ребенок всматривался туда, и чё-то там бы, типа, да, всматривался в будущее, ну... Слушай, Антошка, блин, несет тебя, походу, далеко и надолго, ну ладно. Мать что нам наказала? Во двор ни-ни? Ну, значит, не пойдем. А чё, она, кстати, выбежит? Типа, нас кемперить, если мы во двор выйдем. На кухню открыть? Давай откроем. Опа. Темная душная кладовка. Мама говорит, внутри пахнет мышами, но откуда ей знать, как они пахнут? Если мыша не нюхал, просто жизни не жил. Запомни это. Ей ужасно не нравится, когда я суюсь туда. Боится, что порежусь о лезвие недавно заточенного топора. А Олю вообще не заманишь в кладовку, она считает, что там живет бабай. Я как-то пытался побороть ее страхи, отворил дверь, включил тусклую лампу, мол, смотри, ничего нет, только паутина, папины инструменты и царапанные стены. Не поверила. А мне нравится прятаться в шкафу. Слушать, как Оля считает снаружи. 3, 4, 5, я иду искать. И берет, скрипя половицами. А, и бредет, скрипя половицами, робко надеясь, что придется соваться за мной в тё... В тё? В тесное логово страшилы. Понял. Не, ну да, детский разум, конечно, любит приукрашивать всякую ерундистику, и в этом... Эх, в этом все детство, в этом вся атмосфера, так сказать, детства. Ну-ка. Антон! Ладно, ладно. Сейчас ты меня получишь. Ни шагу за порог. Блин, классная озвучка, я не знаю, то ли меня переключивает, то ли что меня как-то триггерит так, что реально как будто вот я еще в наушниках сижу, и мне глухо все остальное слышать. И вот реально как будто вот... Ладно. Прикольно сделали. Все, молчу. А ну-ка. Маму надо как-то отвлечь, иначе заругает и папиного ремня всыплет. Ну, погнали на кухню. Обмануть. Какая красивая мама. Ну, вообще. Океан. Слушай, у меня не было такого холодильника. Я даже не знал, что... Ну, видимо, парацетамол. Ни у кого не видел такого холодильника. Знаю бирюса. Какое-то еще такое забавное имя было у холодильника. Забыл совсем, ну не океан. Странно, океан. Опа. Когда-то бабушка хранила здесь мороженое для меня и Оли. А теперь тут только суповой набор, да слипшиеся пельмени. Как же они осточертели. Серьезно, ну типа пельмени, да? Маленькие пирожки из пресного теста с мясом. Кайф. То есть пельмени, у нас описание для пельменей есть, а для какого-то там этого зумера нет. Гениально.
Хорошо, обмануть. Ну а как обмануть? А? Лгать маме было нелегко, но иначе сбежать из дома не получилось бы. Мам, там что-то с телевизором случилось. Вот так вот обманывать мать, да? Вот просто вот так вот нагло, чтобы выбраться на улицу? Серьезно? Какой ты, Антон, вообще плохой? Картинка какая-то тусклая, и экран весь в полосах. Мама резко изменилась в лице. Без ножа меня режешь. Дострелялся вот так своих. Это типа вот... Это как, была же такая штука, типа, короче, стреляешь в телек, и вот, и типа, телевизор посадишь. Во, такая хрень, была же такая хреновина, говорила, да? Говорила же, посадите мне кинескоп своей приставкой. А я, кстати, как-то раз реально посадил кинескоп. Но ни там, ни пультом, ни вот этими вот стрелялками и так далее и тому подобное. И даже не то, что долго он у меня работал. Я его, нет, я не посадил его ни этим. Я решил поприкалываться. Ну, он был такой магнитный всегда, кинескоп, он всегда пыль собирал. Я любил проводить, короче, рукой по нему. Вот. Я понимал, что он магнитится. И я подумал, а что если прислонить к нему магнит? К этому кинескопу. У меня еще дома был откуда-то, короче, мощный магнит. Такой круг. Черный такой, здоровенный, мощный. Я недолго думая его взял. Думал, ну типа, примагнитится или нет? Мне просто было интересно. Я, короче... подставляю к телеку, и он просто начал искажать цвета жестко, и прям как, вот, на телеке как будто синяк появился, реально, то есть вот такое жесткое пятно, желтоватое, такое сине-желтоватое с разводами, реально синяк посередине телевизора, и он даже выглядел один в один как синяк, только аналоговый такой, типа, телевизионный, вот, и все. И так вот он и остался. И капец. Ну, он там типа проходил тихонечко, так, супер медленно проходил, там через там пару лет. Ну, не то чтобы прям пипец пятно, там можно было спокойно видеть дальше, что происходило, но как бы такая, типа, тонировочка была на этом месте. А потом он такой, типа, светлел, 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 и остался таким чисто желтоватеньким пятном. Как под фильтром, типа, был этот. Но, тем не менее, вот была такая ерунда в моей жизни. Где мы теперь мастера найдем в дыре этой, а? Ну, блин, батю надо, батю запрягать. Может быть, просто настройки сбились? Сходи, посмотри, пожалуйста. Нормально же работал с утра. А прикинь, реально, вот это такая бестолковая ложь. Вот он ее обманул, она пошла к телеку и такая, типа... А он нормально работает, а сына дома нет. Ну, это... Ну, понятно, что как бы он добьется своего в любом случае, но ненадолго, и ему дадут жестких люлей за это. Из-за снегопада, наверное, неполадки. Мама вытерла руки о фартук и, хмурясь, отправилась в комнату Оли. Опа. Чё, пельмешей не захватим с собой? Ну, ладно, погнали. Я открыл калитку и вышел в поле. Осторожно, чтобы мама не увидела меня из окон. Когда я преодолел половину пути до леса, сугробы доходили до колен. Вспомнились ночные страхи. Примерно здесь я видел те силуэты. Здесь они кувыркались, прыгали, хороводили. Разве здесь? Они ж там супер далеко где-то были. А он уже еще бежал так, типа, к нам, нет? Музыка заиграла в подсознании, гипнотизирующая и влекущая. При свете дня эти далекие фигуры казались просто сном. Солнце испепелило кошмары, но осталось послевкусие. Отдаленный звон в ушах и изломанные тени, ползущие передо мной по снегу. И чуть слышный шепот в голове, неясный, почти ласковый. Было тихо. Так тихо, будто в мире не осталось больше ничего. Ни земли, ни неба, ни родителей, ни Оли. Будто время закончилось, уперлось в тупик. Чистокол из сосен. Тишина порой бывает страшнее криков. Родители кричали друг на друга, а мы с Олей каменели, прислушиваясь к перепалкам. Но потом наступила оглушающая тишина. Квартира онемела за несколько дней до нашего переезда. И уже вспоминалось с трудом. Что это было в прошлой жизни? Что когда-то мама с папой шутили, смеялись, проводили много времени вместе? А когда целовались при Оле, она всегда морщилась и забавно фыркала. В один день все изменилось. Нечто важное ушло из нашего дома. Любовь. А что страшное залипло... залипло.
а что-то страшное заполнило образовавшуюся пустоту. Словно словно вспыхнул пожар, и родители среди ночи в попыхах собирали вещи, спасая себя и нас. От кого? Не от тех ли людей, что иногда появлялись в нашем прежнем доме, людей с ледяными, как у мертвецов, глазами? Это что такое? Будто они во всем видели лишь клубки червей на черной земле. А что? А то он так пробросил, типа, и не объяснил ничего. Что за люди, что за стеклянные глаза, типа, колдари какие-то, алкоголики, наркоманы, кто? А где-то далеко, предупреждая надвигающейся опасности, надрывалась сирена. Спорт. Чисто спорт, ребята. Спорт — это жизнь. Я вздрогнул, прогоняя наваждение, и осмотрелся. Только я, это белое поле и ветер, что гонял по снегу ледяную пыль и хвосты пороши. Вот пороши бы почитал, что такое порош. Ну типа что это? Это хвосты пороши или пороши. Это типа вот когда ветер задувает и сдувает типа верхний слой снега, типа вот эта шляпа, типа это порош. Щурясь от солнца, я осмотрел лес, где царил мрак. На фоне ослепительной белизны он был необычайно темен. Узловатые корневища змеились под снегом. А прелая листва и хвойные иглы вмерзли в лед. О! Улика! Подожди, там что-то моргнуло, кстати, нет? Или мне показалось? Как будто что-то здесь моргнуло. Сухие колючие ветки переплетались, навевая неуютные мысли о решетках. Защищают ли они лес? Или наоборот, удерживают нечто внутри? А я могу? Нет, не могу. На одной из острых веток что-то висело. Увязая в сугробах, я пробрался ближе, почти к самой границе леса, и увидел вязаную варежку. Точно, раненая птица среди изголодавшихся потемок. Может отнести ее милиционерам? Их старший хоть и выглядел угрюмо, напомнил мне капитана Казанову из моего любимого сериала «Улицы разбитых фонарей». Российский детективный телевизионный сериал, в котором рассказывается о буднях сотрудников милиции, на данный момент является самым продолжительным сериалом в истории российского телевидения. Разве? А не Воронин или Часом, нет? А, или Воронин — это типа самая долгая адаптация. Ну слушай, ладно, судить не берусь судить. Такой же полный тревоги, с усталым взглядом, но при этом храбрый и сильный. Поможет ли ему варежка найти пропавшего мальчика? Вова. Послышался далекий крик. Кажется, у реки. Вова! Словно сами деревья звали кого-то. Вова! Подхватили уже ближе. Там, за деревьями, кто-то стоял. Хоронился. Вова! Вова! Я понимал. Скорее всего, кто-то ищет пропавшего мальчика, но все же. Было что-то странное в той фигуре. В ее неподвижности, в том, как она неестественно клонилась к земле. А я вообще ничего не вижу. Абсолютно ведь ничего не вижу. Совсем-совсем. В ее черноте. Да где? Там никого нет, лишь ветки да корни. Просто мое воображение. Где-то громко захлопало крыльями птица. Опа! От дерева отделилась тень и скрылась из виду. Я на секунду отвлекся, а когда вновь посмотрел на то же место, фигуры уже не было. Померещилось. Долго, очень долго стояла тишина. А, ну, кстати, у меня были такие моменты, когда прям ты что-то услышал, встал, начинается жесткий анализ обстановки. Прям максимально, максимальный анализ. Каждый шорох, каждый писк, прям все, картинка у тебя в голове. Стабильная, четкая, ясная. И ты вот так вот, типа, 30 секунд жесткого затупа, ты стоишь. Типа, раз, все нормально, и все. Можно дальше. Дела делать. Мускулы мои были натружены, сердце грохотало в горле. Любой шум, малейший намек на движение, шепот из чищобы, и я брошусь бежать. Но ничего не происходило. Я вновь посмотрел на варежку. Убежать, взять. То есть мы типа можем засать? Блин, а чё нам? Мы около дома.
Чё нам бояться? День? Мы около дома? Чё бы нам не взять варежку? Камон. Чё, совсем что ли, как эти затворнические будем жить? Ни шаг влево, ни шаг вправо? Никого нет, тем более здесь. А кто если и был, то он ушел. Все нормально. Я принял решение снять одинокую варежку с ветки. Нихуя. Это что, блядь, за... Вова! А уж не хочу! Крик прокатился по полю и рассеялся вдали, без эха, без надежды на отклик. А что происходит? Что за движня? Да это меня наегоривают. Следы-то вон же, есть какие-то следы человеческие? Шагнув к ощетинившимся деревьям, попытался снять свою находку. Она не поддавалась. Я потянул сильнее, ветка хрустнула, варежка с чавкающим звуком оторвалась от сучка и осталась у меня в руках. Слишком тяжелая, мокрая. Я невольно сжал ее, и на снег тонкой струйкой полилось что-то темное. Над сугробом заклубился пар. В смысле, что? Это грязь? Или кровь? Я замер с отвращением, разглядывая ладони. Красные. Треск веток вторгся в наступившую тишину. Не раздумывая, я бросился прочь. О, погнали! Кто-то мчался из темноты, ломая осинник, стремительно сокращая расстояние. Ноги вязли в снегу, в голове метались безумные мысли. Сейчас схватят, сцапают, утащат в чащу навсегда. Но был другой голос, наверное, голос разума. Он придавал сил, ускорял бег. Ты сможешь, не останавливайся. Позади раздался звериный рык, такой громкий, что уши заложило. Казалось, рык не одна, рычит не одна голодная тварь, а целая стая. Тянет ноздрями морозный воздух и чует мой страх. Сверху захлопотали два гигантских крыла. Огромная тень пронеслась над поляной. Что-то заухало, захрипело. Теперь уже рычали со всех сторон. Из сухого малинника, из-за перекрученных елей. Из-под бурелома. Быстрее беги, не оглядывайся. Словно в дурном сновидении, снежная поляна стала вязкой, как зыбучие пески. Я топтался на одном месте, вырывая ногу из рыхлой ловушки, чтобы попасть в следующую, еще более глубокую. Я продолжал тонуть, погружался глубже с каждым отчаянным рывком. Разве снег умеет так делать? Я завопил от ужаса, сообразив, что это не снег. Что кто-то в сугробе схватил меня за штанину. Ой, да ладно тебе, но это уже все понятно. Собрав все силы в кулак, я ринулся вперед. Давление исчезло, и ботинок выскользнул из ямы. Подошва оттолкнулась от твердой поверхности. Одним прыжком я достиг расчищенной тропинки и оттуда помчался к дому. Его угрюмый фасад уже не казался враждебным. Дом был моей защитой от хлопающих крыльями теней, от ползущих под снегом существ. Я столкнулся о порог и врезался в дверь. В попыхах различил на ней царапины. Словно пес бил лапами по дереву, требуя, чтобы его впустили погреться. Уходя на прогулку, я не заметил этих глубоких хрыпи. Стук сердца в ушах заглушал прочие звуки. Я не слышал, идет ли кто-то за мной. Что если оно... Они уже во дворе, а мама заперла дверь. Захлебываясь страхами, дернул ручку. Да, покорно поддалась. Вот это, ребята, экшон. Вот это экшончик. Я ввалился в коридор и тут же захлопнул дверь. Доски крыльца тихонько запищали. То преследователи поднялись по ступенькам. У меня... А, глазок есть. Можно посмотреть. У меня соскальзывали пальцы. Никак не получалось защелкнуть замок. Стиснув зубы, я дернул железный набалдашник, загоняя запор в проемы планки. Я таращился на дверь. За преградой тонкой и жалкой, бесполезный одеяло, кто-то стоял. Хриплое дыхание проникало в дом и накатывало волнами. Отчетливо пахло хвоей и потом. Мама взглянула из кухни и бесстрашным голосом, каким часто говорила с отцом, отчеканила. Я думал, отчекрыжила. Что конкретно? Тебе не ясно? В просьбе не хлопай дверьми. Да мама, блин, мама! Я случайно. Я покосился на дверь, запах исчез, вместе с ним и дыхание. Если там и вправду кто-то дышал. Здесь, в 5 метрах от мамы, страх понемногу ослабевал. Таял, как снежок в тепле, а вместе с ним и остатки сил. Ноги подогнулись, я уперся в стену, чтобы не плюхнуться на пол. Вдруг мамино лицо изменилось. Ледяная маска строгости и отстраненности мигом слетела. Мама стала такой же, как и была до всех этих ссор. Она наконец увидела мое состояние, мои обледени... А, ну да. А, нет.
облепленные гроздями снега мокрые штаны. Где был? Я тебе что говорила, а? Чтобы ты дома сидел. Я нашел, блин, кровавую перчатку. Это вещдок. Я и для тебя пустое место. Да блин, да ну нет. Ну хреново с мамой поступили, а что делать? Выбора не было. Ну что-то грустно теперь, блин. Пипец. Маму жалко. Я испугался, что она расплачется. Потянулся к ней, как в детстве, когда просился на руки. Да у меня руки по локоть в крови, мать! Мне этими руками тебя обнимать? Но мама успокоилась и вновь стала прежней. Глаза ее блеснули сталью, голос зазвенел. У отца сигареты пропали. Это не я. Я не курил. Признавайся, ты их стащил? Нет. Курить бегаешь? Нет, не бегаю. Нюхай, чист. Просто чист. Нюхай. Там за мной кто-то гнался. Я думал, меня... Пытаясь все объяснить, я начал заикаться. Слезы поступили к горлу. Мама склонилась и обнюхала меня по-звериному, выискивая запах табака. Потом хмуро прищурилась и с недоверием посмотрела во двор. И тут же, изменившись в лице, прикрыла рот ладошкой. Чё такое? Гляди, вон же они. Прямо у забора. Да она рофлит, нет? Сердце лихорадочно забилось, будто я снова был добычей. И загонщики преследовали меня в поле. Она же не знает, о чем речь-то. Она ведь даже не знает, о чем я, кто мне видится. Она же вообще без понятия. Она югоривает? Я готов был поклясться, снаружи кто-то заскребся в дверь. Точь-в-точь, как в моем кошмаре. Мама поманила пальцем, и я, кое-как набравшись смелости, взглянул в кухонное окно в лицо своему страху. Ну вот за мной типа и гнались эти собаки. Только типа, ну силуэты-то были человеческие, которые за дверьми ходили. Хотя, да блять, сука, собаки лают. Ну да. Сквозь зимние узоры на стекле были едва различимы косматые силуэты, барахтавшиеся в снегу. А на них, кстати, скорее всего, и можно списать вот эти вот тусы-джусы на тусе. Типа, ночью, я имею в виду. Собаки? Всего-то мелкая свора дворняк, без имени хозяина, лишь издалека напоминавшая голодных страшил, живущих у кромки леса. Ну вот, как бы да. Божечки, ты их испугался? Да они сами тебя перепугаются, Антон. Ну нифига себе, не-не-не, мать, ты не права вообще. Бродячие собаки, там не привитые никакие, это опасно. Когда они стаей ходят, они чувствуют, блин, свою силу. Одно ладно, взрослый мужик еще как-то, наверное, может справиться, прям прилагая все усилия со стаей собак. Но типа пацан, сколько там ему, 12-13 лет? Да чё он справится-то? Ничего, его загрызут нахрен, да и все эти собаки. Только быканёшь чуть-чуть или там покажешь, что... Не-не-не, вообще, нет, вы не слушайте, короче. Нифига, прям стороной обходите всегда, это залупа полная. Они гнались за мной, словно за зайцем. Ну так, так и есть. А вдруг они бешеные? Ну. Тем более, если собачка без этого, без... Ну как это, типа блистер, как он называется, этот, типа серьга это, короче, метка. А вдруг они бешеные? Улыбка медленно исчезла с маминого лица. И теперь мама смотрела по-другому, словно впервые видела этих собак. Что если они нападут на Олю? Да ладно! Додумалась, да? Мам, вот бы твой отец их всех перестрелял. Не, ну это как-то прям совсем радикально. Я вот не знаю. Мама, они живые. А будут мертвые. А что? Ты уж определись, они тебе друзья или враги? Не маленький ведь уже. Мама хмыкнула, а мне сделалось невыносимо обидно. Да так, что я прикусил губу и уставился в затянутый паучьими тенетами угол. Не, ну с другой стороны, правильно, конечно, прикинь, они Олю загрызут нахрен и все, и их, типа, получается, мы теперь их можем полноправно стрелять, получается, раз они Олю загрызли, да, типа, кровь за кровь, вся херня. Так это работает? Или как вообще? Ну, типа, приюктить эту фигню нельзя. Вот. Да и приюта, скорее всего, кого приют в этой деревне, там ходят, они гуляют и по деревне бесятся. Никто там их не кастрирует, ничего там, они плодятся и плодятся без конца. И это... ладно.
Да, сыщик из меня никудышный. Как никудышный-то? А перчатка, а кровь? А мать вообще даже не заметила, да, что у меня руки в чем-то измазаны? И вообще, пофигу. И рисковал я не жизнью перед чудовищными монстрами, а своими брюками перед блохастой шайкой глупых дворняк. И ради чего все? Сдалась мне эта варежка. Ну конечно. В руке чавкнула темная липкая рукавица пропавшего мальчика, с которой, как оказалось, я не расставался все это время. Вот мой козырь настоящего детектива. Я поспешил предъявить улику маме. Мам, смотри, это Вовина варежка. Охренеть. Ну того, про которого утром милиция спрашивала. Она вся в крови, на дереве висела. Вон там, могу показать. Давай в милицию скорее позвоним, как нас участковый просил. Мам, гляди! Фу! Жесть. На скривившемся мамином лице появилась тень недоверия. Словно воспоминание о чем-то давно забытом. Так люди пытаются вспомнить сон, но образы ускользают. А ну-ка прекрати сейчас же. А в смысле прекрати? Я начинал разве? Оля тебя услышит, с ума сойдет. Ну я шепотом тогда скажу. Она и так не спит, на все подряд жалуется. Ничего не услышит она. Еще и ты со своими шуточками. Да ни хрена себе шуточки, блин. Ты понюхай кровь. Блад, это natural blood, блин. Мать. Теперь и я видел, что мокрая варежка была от снега. Что? Никакой крови. Отсюда захотелось сквозь землю провалиться. Иди сюда, паникер. Да не стой столбом. Вот, таблетку на. Быстро пей. Ха-ха-ха, дурка! Да ладно! Чё, дурка? Реально дурка? Офигеть! Понятно. Как говорится, Антоха, пей таблетки, а то получишь по жопе. На мою ладонь упала золотистая пилюля, напоминающая мертвую осу. Я уже пил сегодня, за завтраком. Блять, ну, Антоха, ну не подействовали, видимо, раз кровь-то мерещится. Ой, так у нас еще и вот галюны реально будут. У нас будут галюны. Соболезную. Попререкайся мне еще. Сказала дома сидеть, нет же. Понятно, дед, еще нас не выпускают. Был бы отец, выпорол. Да за что? Сейчас же выпей, а то ночью не уснешь. Тебе ведь в школу завтра. Натуре. Пришлось проглотить горькое лекарство, выпив его не менее противной водой с привкусом хлорки. Может, это и была и не Вовина рукавица? Может, и не рукавичка вовсе? Как и чудовище из леса? И Олина сова? Я схожу с ума? Да мне бы матуху бы про это спросить. А мне типа ничего не рассказывают. Блин, на самом деле, типа, немножко дебилизм. Но в плане, мне кажется, надо это рассказывать в любом случае. Че ему, ну, 12 ему лет. Ну, а он не понимает же, что с ним происходит. Он дальше будет шизиться. Да хотя бы объяснить, что ну вот так и так с тобой, вот так и так, надо делать это и это, все. Хотя бы будет у человека понимание. И он даже как-то будет с этим жить. А так ни хрена себе, хер пойми, что вообще ожидать и что реальность, что нереальность. Тем более в детстве. Нифига себе, поди еще разбери, блядь. Фантазия это или пиздец у тебя крышу рвет. Что со мной происходит? То ли таблетка подействовала моментально, то ли перевозбужденный мозг не подпускал страх. Пришло спокойствие, заветное безразличие. Антон, выпил? Можешь, если захочешь. Ага. А мы нормально, короче. Раздевайся. Уснул, что ли? Нет, мам. Просто задумался. Ага. Понял. Интересно, о чем же? Так, глупости всякие. Ну, теперь-то уже, да. Теперь-то уже глупости. Мама смерила меня подозрительным взглядом, словно сомневалась, что перед ней родной сын, а не какой-то притворщик, явившийся из леса. Точно все нормально? У тебя такое лицо было, когда милиционер про окно спросил. А что он спросил про окно? Я уже забыл, честно говоря. Все нормально, мам. Она глубоко вздохнула. Хорошо. Дом будто изменился. Потускнела диванная обивка. На кафеле в ванной отпечатались следы чьих-то пальцев. Лампочки светили иначе, тускло и желто. Даже привкус слюны во рту казался другим. Со второго этажа послышалась мелодия Аладдина. Ладно.
Оля пересмотрела свои любимые серии «Русалочки» и переключилась на другие кассеты. Я неспешно разделся, задержался перед умывальником, разглядывая в зеркале свое отражение, словно изучая ребус, найди отличия. Потом поднялся по лестнице. Умолкли голоса Джафара и Яго. Да? Это была озвучка, типа какая-то пиратская озвучка Аладдина сейчас? Я прошел мимо Олиной спальни и ёкнул в свою комнату. Опа. А чё? Днем лес не кажется таким мрачным. Перекрученные ветви деревьев вдали и заснеженное поле между домом и лесом нагоняет зевоту. Но иногда я ловлю себя на том, что, забыв про уроки, смотрю в окно на обледеневшие кроны. Ага. Я мечтаю стать художником с тех пор, как папа купил мне первые комиксы. Журнал «Муха» самый крутой. Я особенно люблю большой космический выпуск с инопланетными монстрами и смешную серию про жандарма. Первый в СССР и России периодический журнал комиксов для взрослой аудитории имел большую популярность в лихие 90-е. Особенностью политики журнала был полный отказ от заимствований из зарубежных изданий. О, прикольно, слушай. Это сейчас, это как сейчас есть, короче, блин, Бамбл или Бадл, который майора Грома, типа, снимали. Наши, типа, комиксы. Отечественные. С тех пор я рисую все подряд, и вроде бы получается неплохо. Когда-то в «Мухе» опубликовали мое письмо. Может, и мой комикс однажды там напечатают? Иначе. Один из ящиков стола пустовал. Туда я прятал варежку. Спрятал варежку. Такое простое действие от него у меня последние силы. Ага. Я сел на кровать. И только тут увидел, за что как кто-то стоял. Моя рука обессиленно упала. Лекарство тому виной или пережитый стресс, но комната колебалась, словно ветер надувал стены, как парусину. Углы плыли и изгибались. Только силуэт между подоконником и гординой оставался неподвижным. Ткань облепила притаившегося гостя. Ну это Оля, ну а кто еще? Ну Оля, блин, или сова. Ёлки-палки. Точно сова, подумал я. Да это Оля стопудово. Даже думать гадалки не ходить не надо. Кому же еще там стоять? Я встал в кровати и облизал пересохшие Оля, губы. Оля, очень смешно. Силуэт не шевелился. Шторка мягко обтекала контуры. Будто не человек, а утопление мрака. Я потянулся к шторке. Тук-тук-тук застучало отрегулированное таблетками сердце. Ветер в поле пел стоголосым хором. На секунду захотелось вернуться на кровать, лечь и просто смотреть на человека за шторкой, зная, что он смотрит в ответ. Смотрит, не моргая, и ждет, когда ты уснешь. Пластмассовые кольца засрушали о карниз, когда я рывком отдернул шторку. Ну да. Очевидно. Да я сразу понял, что это ты. Ну конечно, сразу поняли. На фоне предзакатного солнца над Олиной головой вспыхнул ослепительный нимб. Словно моя сестра светилась. Когда Оля была совсем крошкой, папа частенько говорил, что она светится от радости. Я возражал, она же не фонарик, чтобы светиться. Но однажды поднес ее к окну, и солнечные лучи попали на улыбающееся личико. Казалось, я держу в руках ребенка, сотканного из света. А я все видела. Да ну, что ты спрятал? Вылитая маленькая мама. Еще до того, как она нацепила эту маску тоскливой усталости, перешла на приказной тон. Ничего, просто... Оля подбежала к столу, спросила, округлив глаза. Ты что-то украл и теперь прячешь? Ты вор? Нет! Что? Это глупая. Ты? Это ты вор? Ничего я не крал. Я не вор. Всплыл четкий образ, варежка, висящая на суку. А вдруг я ее украл? Да конечно! Блять, у дерева! Пиздец. У леса, у склонившегося силуэта за деревьями. Оля когда хотела, могла быть капризной и напористой. Покажи тогда. Поклянись, что никому не скажешь. Тогда покажу. А кому говорить? Мать знает. Ну, знает Оля. Никому это батя? То есть, типа, ну, только бате по факту не говори. Оля заговорщицки улыбнулась. Клянусь маминым сердцем. Нельзя таким клясться. В смысле?
клятва, услышанная ею в старом фильме про пионеров, что мы смотрели однажды. Что за фильм? «Пионерское движение». Собирательное название детских коммунистических организаций, существовавших в разных странах. Воспитанники такого лагеря назывались пионерами. Не говори так. Натуре. Оля кивнула и жестом заперла рот на невидимый ключик. Может, заперла на замок? Ключиком? Заперла на ключик. Так говорят разве? Любопытство переполняло ее, плескалось в огромных глазах. Я выдвинул ящик, и Оля наклонилась, это и вдыхание. Казалось, там лежала не просто рукавица, а какой-то диковинный зверек. Это чья-то варежка? Типа, и это все? Ну ты... Ладно. Она сказала это с такой интонацией, будто сама не могла понять, что это такое. Мальчик потерял. И сам потерялся. Теперь понимаешь, как опасно гулять в лесу, особенно детям. О, нравоучение, это хорошо. Ему, наверное, там очень холодно. Ну, наполовину. Его найдут? Обязательно. Участковый по домам ходит, всем фотографию его показывает. Очень результативно. Оля с опаской прошла по комнате и впечатала в оконное стекло ладошки. А почему он по домам ходит, а не по лесу? А в лесу-то кому фотографии показывать? Логично же. Боится. Вопрос застал меня врасплох. Милиционеры ничего не боятся. И лес они прочесали. Да как же, мелькнуло в затуманенном сознании. Проверяли ли они в самых потаенных углах, где тьма и холод и шепот обледеневших ветвей? Допустим, да. Но почему тогда не нашли варежку? Или она появилась позже? Для меня? Ну да, они же уходили по-любому, типа там, будто далеко и надолго, это мы в самой жопе мира живем. То есть они по этой тропинке уходили, реально не видели варежку. Я сменил тему. Словно попытался отвести Олю подальше от чащи. Если я сам найду пропавшего мальчика, нам, может, награду дадут. Че он привязался к награде? Ему как будто кто-то сказал про эту награду. Типа полицейский такой говорит, вот, мол, найдешь там $10 000 тебе. Он же вообще про награду ни слова не сказал, а то же это Антоха сам придумал себе эту награду. Кучу всякого, как в «Поле чудес». Ну, «Поле чудес», ну, что нам, читать? Ну, я как бы открою, да? Для вас, может, кто не знает, что такое «Поле чудес». Вот. Клёво же. Клёво же. Оля словно не слышала меня. Она тихо спросила и буравила лес взглядом внимательных, каких-то удивительно взрослых глаз. Что, если это сова его утащила? А я думал, не сова. Ерунда. Не может сова поднять человека. Ну вот что... Ну захерач, наверное, может. Я тщательно подбирал слова, вытаскивал их силком из переутомленного мозга. Ты в лес не суйся. Мне кажется, он какой-то, как бы сказать, проклятый, что ли. Как в сказке? Как в жизни. Нет, скорее, как на той страшной кассете, что родители прячут. Хоум-видео? Оля поежилась и украдкой выглянула в окно. Я видела, как ты убегал. За тобой кто-то гнался? Нет, просто, чтобы мама не волновалась, спешил домой. А если она видела, как я бежал, она не видела, кто за мной бежал? А если не видела и никого не было, тогда нахера спрашивает? Я смотрел на сестру, и сердце обливалось кровью. Да чего же она хрупкая? Как легко погасить этот свет? Че? Зачем его гасить? Подует ветер и затушит лампы, лампадку. Тебе. Хорошо. А, ну да. Че это я у Оли хлеб отбираю? Меня вот мама не пускает даже на крыльцо. Как принцесса в башне сижу. Никуда не могу выйти. А тебе с кем выходить-то? Тут вокруг ни души. Тебе даже играть-то не с кем, по сути дела. Так и умру тут от скуки. Только с братом. Не придумывай. От скуки еще никто не умирал. У тебя же есть я и мультики, а мама с папой скоро помирятся. А в чем проблема выпустить детей типа так на во дворе погулять? Ну типа сиди, следи за ними. Знаешь, что бы я загадала на следующий день рождения? Ну-ка давай. Чтобы родители тоже в детей превратились. И мы бы все вместе играли, как раньше. А, это X2 надо, короче, скачать. Ага, а если бы они стали размером с жука, то мы бы их в спичечный коробок посадили. Да.
Оля хихикнула, потянула меня за рукав. Тоша, пойдем Аладдина смотреть. Погнали, я вообще, это вообще топовый мультик in the world. Усталость была сильнее желания побыть сестрой, меня доливала какая-то гнусная апатия. Вымотался я, что-то не хочется. Ну пойдем. Да ну устал, ну малая, ну устал. Мне скучно одной, а мама занята все время. Ну или я типа пойду посмотрю, ну в скобочках посплю, а она пусть смотрит. Можно выбрать другой мультик, который ты еще не видел. Ой, да мне кажется, я все эти кассеты по 300 раз пересмотрел. Да я все наши кассеты наизусть знаю. Ну жиза, потому что у меня так же было абсолютно. Я типа смотрел кассеты в детстве, как в игру играть. То есть у меня были покемоны, моя самая любимая кассета типа была, это первый фильм покемонов. Там где типа были клоны покемонов, они там дрались, потом и плакали, короче, и умирали там. Вообще жесть, я прям постоянно рыдал. И я пересматривал ее постоянно. То есть я ее, наверное, посмотрел суммарно, может, раз там типа... Я не знаю, 20. Ну я просто такой, а, надо пересмотреть покемонов. Можно посмотреть покемонов. Вот. Ну, у меня другие кассеты, конечно, были, но вот именно вот эту кассету я, конечно, что-то это прям часто пересматривал, да. А вот и не все. Ты Питера Пэна не видел. Помнишь, ты уснул на середине? А. А там потом такое. Включай, пойдем, короче. Пойдем. Надо сразу с середины, короче, включать, потому что я на середине 100% уснул. Давай попозже. Рассказать тебе, чем все закончилось? Ой, без спойлеров, пожалуйста. Утром расскажешь. Утром не захочу. Да я утром тоже не захочу, в этом и прикол. Я в школу утром пойду. Придумала, а давай в прятки. О, да, точно, вот я мега уставший, мне вот как раз в прятки не хватало. Нет, Оль. Тогда нарисуй мне динозавра. Понятно, доебалась, короче, малая до меня. Оля, блин. Нарисуй, нарисуй. Да оставь ты меня в покое. Опа. Зря быканули. Ну все, сейчас она расстроится. Слова сами сорвались с губ. Я даже опешил. Подожди, я так не прикрикивал на сестру. Ошеломленная Оля уставилась на меня. Губы задрожали, предвещая неминуемые слезы. Годливость и стыд заколкотали в груди. Что со мной происходит? Я запешил опередить Олин плач. Ладно, уболтала. Давай смотреть мультики. Только недолго. Уже не хочу. Ну так а что-то капывать-то меня, блядь? Раз сказал нет, два сказал нет, три сказал нет. Ну если ты тупизна уперлась, так ну получай, блядь. Поплачешь, потом два раза подумаешь, надо ли меня доебывать или нет. Я подошел к ней, положил ладонь на мягкие Пойдем. Волосы. Питер Пэна посмотрим. Ага, ты опять уснешь. Усну. Ну, в этом прикол. Я улыбнулся, поднял ее подбородок. Глаза были мокрыми, бездонными. Не усну, обещаю. А потом я тебе целого трицератопса нарисую. Ура! Трицератопса! Ну, почти. Она протерла рукавом глаза и засияла улыбкой. Давай ты пока кассету перемотаешь, а я у мамы попрошу сгущенки с хлебом. Кайф. Только утром свежий привезли, как ты любишь. Ой, свежий хлеб белый, наверное, да, такая буханка хрустящего. Со сгущенкой вообще бомба. Или с медом. Вот с медом или со сгущенкой. Я вот, кстати, недавно мед купил. Похавал. Ну, чисто просто вот... Просто... Хлеб с медом. Все. А ничего больше не надо, по сути дела. Неси, только аккуратнее, а то разольешь. Вообще кайф. Опять ругаться будут. Спорим, не разолью. Кассета где-то в тумбочке. Поищи пока. Оля исчезла в дверях, а я поперся в соседнюю комнату. Мы поперлись в следующую комнату. А мы, ребята, с вами встретимся в следующей серии. Вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте данное видео. Увидимся с вами в next прохождении Тайни Банни, а.к.а. Зайчик, в других играх и на моих стримах. Всем ба-ба.